обзор нашего номера. Мы уже в гостинице. Не стала с ресепшена, что снимать, там есть лифт. Ладно, я сейчас быстренько добегу до него. Гостиница ретро. Вот, гостиница ретро, но она все-таки отреновированная такая достаточно. Нормально. Прямо вот очень аккуратненько так сделано все, но таких такая старенькая. Здесь лестница, а мы приехали вот на лифте. Так, и вот наша 326 комната. Очень приятно было, что мы уже, конечно, уже опоздали, но они нас покормили. Только зашли, они нас покормили. Ну, как бы оставили нам буфет. Вот наша комната. Вот такие, кто замочки помнит, раньше были такие замочки. И заходим. Вот такой наш номер. Сразу включила свет. Как бы. Ну, такое, да, все, конечно, старенькое. Но этот сейф тут даже есть, да. Вон сейф есть. А, хорошо, что мы тут не голодные, что как вообще, потому что, правда, дорога была такая. Не совсем легкая турбулентность, это трясло, там что-то экипаж какой-то не очень был в расположении духе в таком, в позитивном, не было такого экипажа, что-то как-то не там всех, и в общем, короче, не так было. А это санузел. Да, он, конечно, не современный, прям такой а-ля Олю, как бы, но ремонт. Такое как бы почищен все в таком достаточно приемлемом состоянии. Конечно, да, вот ретро-кран. Вот это, конечно, прикольный кран, как я тут буду. Молодец, я попробую. Ну, так вот, это выглядит так. Да, кто помнит такие варианты. Ну, так, да. Прикольно. Здесь у нас два мыльца, и, в принципе, больше как бы из этого ничего нет. Ну ладно, это ничего страшного. Это как бы все еще терпимо, да? А, и сразу она сказала, что кондиционер в номере платный будет 7 евро в сутки стоить. И сейф будет, по-моему, 10 евро, не помню. На бумажке не записала. Ну, кондюк точно 7 евро стоит. Вот. И так выглядит наш номер. Вот наш там кондиционер, телевизор, холодильник есть. Кровать такая, не знаю, соединенная, да, такой вместе, но сплошной этот самый матрас. Нормальный. Ну, относительно. Ну, нормально, такая широкая. Ой, ничего, спать можно. Вот. Кажется, наш чемодан, мы только зашли. Это холодильник, надеюсь, работающий. Вот. Я вот не поняла, что она тоже, по-моему, про холодильник говорила. Странно, почему кондюк платный. Ну ладно. Вот это вот здесь уголок такой. Ну такой, да, света тут немного, все такое очень в такое вот приглушенное, свет не яркий. И не помню, сейчас скажу, сколько она мне. Да, 10 евро сейф. 10 евро сейф. Вот так вот это все выглядит. Теперь это у нас балкон. Такой шок-контент. Шок-контент. Так, открываем завесочку. И выходим. Орать не буду. Выходим мы на балкон. На балкон выходим. Вот так вот. Сейчас ветер плохо видно. Это выглядит где-то примерно приблизительно вот так наш уголок балкона. То есть немножко не это самое. Здесь вот эти прозрачные части. Вот эти вот как бы совсем слишком прозрачные. Можно было сплошняком сделать что-то. А здесь стандарт.
Балкон такой не маленький, нормальный. Такой стандарт, как бы. Сушилка для белья. Сушилка для белья, и соседи напротив, прямо видна кровать. В общем-то, трындец. Вот так вот это все тут выглядит. А, наверху бассейн. Вот этот наверху на крыше, это бассейн. Мы на третьем этаже. Третий этаж. А бассейн потом уже тогда завтра. Не знаю, сколько он там работает. У них как-то по часам тоже, что ли, я посмотрела. Вот такой вот номер. Ой, он не маленький, нормальный. Но такой ретро. Бассейн работает с 9 до 7, да? Да. Бассейн с 9 до 7. Ну, прикольно такое, знаешь, необычное, да, такое? Ну, еще в Савдепе. Ну, какой Савдепе? Но все равно, ну, с Варшавой не сравнить, ну, с той, например, которая... Сравнение. Где телевизор был вообще, там лампа была, это Ильича, там, да, здесь хоть такие лампы такие, как бы, ну, поболее-менее, не знаю, какой. Ну, ручка меня, это, конечно, да, это, знаешь, такой Советский Союз с тех времен. Прикольный раритет. Вот такой ручкой замок. Не, ну, интересное такое, да, все. Ну, вот напротив, вы представляете, я сейчас стою в своей кровати, напротив сидят это, в соседнем здании, значит... Арели. Господи, ты тут в кадр попал. Арели. Муж в кадре был, да. И тут прямо вот, ну, просто, как бы... Прямо видно даже кровать их. У нас такое впечатление, что, знаете, на расстоянии вытянутой руки напротив соседей, я не знаю... Как мы будем, но как-то будем. Полотенчиками зависимся, ничего. Шутку. А в трусах-то с кровати утром нельзя вылезти, а без трусов-то вообще. Как нельзя? Вон занавесишь, и не, ну я понимаю, но жарко же, понимаешь, без кондюка-то как бы. Да. Не, нам еще повезло, по-моему, что все-таки, что, по-моему, сейчас здесь... Ну, во всяком случае, вот сейчас не 35 и не 38, когда мы попали в какую-то жару, когда ночью просто были мокрые, потому что, ну, просто это было 38, вот, которые... Ну, ночью было 35. Утром в 8 утра мы просыпались, было уже 38. То есть это в 8 утра было 38. То есть можно было... Он мне сейчас 29 показывает. 29 сейчас, да, например. Ну 30, они сказали. Показывало 22,5. Не-не, это там было, нет. Это не это. Это было что-то другое там. Да. 29 показывает. Ну, 30, да. Ночью 30. Это все-таки поменьше, не 38. Ну, вот так вот. А сейчас пойдем посмотрим, где тут поближе есть супермаркет, что там есть вообще. Пока снимать его не буду, потом в следующий раз все покажем и расскажем. Пойдем.